Сегодня в 3 часа ночи межмуниципальное отдел МВД России Канский поступило сообщение о госпитализации 3-летней девочки из села Чичево. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Отмечу, что девочка с положительной семьи никогда ранее в поле зрения данная семья правоохранительных органов не попадала. Как выяснили полицейские, вчера около половины 9 вечера девочка вместе с другими детьми играла возле ограды. Ее мать также находилась на улице напротив дома. В это время пастух гнал скот по дороге. Малышка, увидев следовавшего за скотом коров жеребенка, который принадлежит их семье, подбежала к нему вместе с другими детьми и обошла его сзади. Животное неожиданно агрессивно отреагировало, нанеся ребенку с задними копытами удар в область головы, после чего малышка потеряла сознание. Родители сразу же вызвали скорую помощь, но не дожидаясь бригады, решили сами везти ребенка в больницу. Делом уже заинтересовались в Следственном комитете.